Перед теми, кто сейчас в строю, поставлены важные задачи по охране общественного порядка и безопасности. Чтобы выполнить их, военнослужащим войсковой части 55-26 потребуются специальные знания, которые им передадут старшие, более опытные товарищи и командиры Брестского батальона милиции. Занятия организованы на 10 учебных местах, и руководители на этих учебных местах за вот это время, которое им будет предоставлено, постараются в полной мере довести те требования безопасности, которые будут необходимы для того, чтобы военнослужащие качественно выполняли свои служебные задачи и, самое важное, не допустили нарушения требований безопасности. Потому что мы, как все офицеры воинской части, прекрасно понимают, что основная наша задача – это сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Подобные мероприятия проводятся 2 раза в год. Они уже стали доброй традицией и направлены на то, чтобы еще раз напомнить, насколько важно соблюдать технику безопасности при исполнении своих обязанностей. Всего 10 учебных точек, где опытные руководители напоминают об основных мерах безопасности, в том числе правилах обращения с оружием. Конечно, стреляли холостыми патронами, но даже холостой патрон смог пробить доску. Сегодня инструктаж прошли 55 военнослужащих нового пополнения. Информации много, и это вполне объяснимо. Солдаты внутренних войск нередко сталкиваются с ситуациями, в которых неверное решение может привести к трагическим последствиям, а потому оценивают учебу новобранцам положительно. Поначалу как-то непривычно, но сейчас уже со временем более-менее начинает получаться входить в это русло, так сказать, военной службы. Ну, потихоньку привыкаем. Еще не ознакомились со всеми тонкостями службы, поэтому только вот недавно мы где-то 5 раз пошли на патрульно-постовую службу. Еще всех тонкостей не знаем, так что этот инструктаж будет полезен, я считаю. Виктория Нечаева, Эдуард Букнович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.